В Агдаме начальник Агдамского района в управлении механического орошения Хафиз Азизаде, выполняя свои должностные обязанности на территории освобожденного от оккупации села Новрузлу, подорвался на мине. Как передает канал 13, Хафиз Азизаде подорвался на мине на указанной территории при восстановлении водных скважин. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Ему ампутировали правую ногу ниже колена. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Отметим, что накануне парламент Италии потребовал от Армении предоставить Азербайджану карты минных полей. Постоянная комиссия по иностранным делам Нижней палаты парламента Италии приняла резолюцию о выполнении договоренности между Арменией и Азербайджаном, в которой говорится, что азербайджанская сторона выполнила свои обязательства по трехстороннему заявлению, вернула всех армянских военнопленных, взятых до и во время войны. В документе содержится призыв к сторонам предпринять конструктивные действия для облегчения операций по разминированию в освобожденных районах Азербайджана. И в этой связи необходимо предоставить карты заминированных районов.